Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться, как я установил старые тиски. Я их разобрал, немножко покрасил, сам процесс я не заснял. Вот, они уже так немножко подшаманены. Проблема была вся в этой штуке. Вот эта штука вставляется вот сюда. И уже эта часть здесь вращается. Она была сломанная. Вот эти детали чугунные. Я взял такой болт. Отпилил эту шляпку. И сюда ее приварил. Но сперва, поскольку здесь большое отверстие, сам этот куб маленький. Вот эта стенка очень утолщенная. И чтобы ее не прожечь, я вот так... Сперва вот тут, так, знаете, сваркой наплавил. И потом ее приварил. Затем такое прикрутил. Вот у меня заготовочка такая была с резьбой. Можно взять гайку удлиненную. И стачивал ее. Тут прихватил. И стачивал до тех пор, чтобы она вошла вот сюда. Вот так. Потому что изначально она не заходит. Затем, когда она стала заходить, я вот этот участок, получается вот так, его полностью обвариваю. Завариваю и потом стачиваю. И получается, что вот эта штука, вот она уже. Эта часть точенная, вот сам болт, а здесь заварена и сточена. Вставляется вот сюда. Вот так. Эта часть одевается сюда. Ну и дальше уже, я думаю, вы все знаете, как оно все происходит. Вот так закручивается. И тиски готовы. Честно говоря, я их хотел сдать на метап. Потом так посидел, подумал пару часов. Стало жалко сдавать. И я их решил сделать. В принципе, до 100 килограмм, так, до 80, я думаю, их можно использовать. Вот почему бы, собственно, нет. Значит, закрученные они уже. Так это дело выглядит. Ну, немножко гуляют, я думаю, это не критично. Сейчас, значит, прикручиваем вот эту часть. Они, кстати, поворотные, что очень удобно. Теперь следующую часть. Сейчас зажимать не буду, чтобы время не отнимать ваш. Вот, в принципе. В общем, она вращается. Если здесь отпустить немножко. Вот так, значит, из хлама. При помощи такого, скажем, удлиненной гайки болта можно установить старые тиски.
Всем спасибо за просмотр. Их я буду ставить на верстак, на подвижный, который хочу сделать с краю так. Вот. Ну, это все в дальнейшем. Все, всем спасибо, до скорых встреч.